Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Скифию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения. Продолжение просмотра. Так, если я построил археологический, то, наверное, имеется... А, естественно, история открыта. Тогда давайте археологов покупать. Давайте вообще глянем, много ли у меня, в принципе, может затопить клеток. Может, мне на плотины и нету смысла? Да ничего, вот две клетки. Вот три, ладно, три клетки. Три клетки всего может затопить. Поэтому мне плотины нафиг не нужны. Давайте что-нибудь в центрах городов тогда строить, особенно в новых. Не строить, если покупать. Давайте, монумент. Амбар. Да, даже водяную мельницу. Почему нет? Дальше. Здесь то же самое. Монумент, амбар, водяная мельница. Пройдемся быстро по другим городам. Есть ли что-нибудь купить в центре города? Амбар. Ну, канализация может быть и стоила, но она слишком дорого стоит. А что везде амбар? Нигде амбара нету. Тем более тут рис вон. Рис 8 еды теперь дает клеточка, а? Как вам? Здесь амбар вообще просится. Прям говорит, купи меня. Так, тут у нас коммерческий район будет в будущем. А здесь я хотел... Ладно, вот тут у нас еще будет кампус. Интересно, Seven Brothers это вообще откуда название у Скифии? Где это вообще? Мне кажется, стоянка это была. Семибратск какой-нибудь, так дебильно. Seven Brothers. Волк и семеро козлят. Что-что семеро делают? Да-да, это старая шутка из КВНа. Зибенбрюда. Так, повторный путь... на золото. А кто вшел, вышел в дискорд? Семеро нас я вижу. Ну, Кирилл, видимо. Челиньо, продолжим наш союз. А, да, и Кирилл что-то вылетел. Союз до ядерок, да? Возможно. Принимай быстрее, а то бонусы не капают. Предложил. Канализация. Блин, я бы еще, наверное, города поставил все-таки здесь хотя бы. Голландец, а ты Китай вообще планируешь захватывать, кстати? У меня был с ним союз, только вот недавно кончил. Он мне достал каждый ход какие-то предложения слать. Галимый. Еще осуждает. Блин, ракетостроение. 20% арабу уйдет. Эх. Так, я же могу покупать археологов. Так, престиж. Да, давайте. Блин. Так, у меня генерал, кстати.
А чё я его не использую? Нафига он мне нужен? Плюс один уровень. Давайте кому-нибудь дадим. Вообще его надо использовать. Так, тут престиж. Так, по-моему, здесь я могу купить. Нет, не здесь. А где у меня археологический музей построен? Тут художественный, да? Вот археологический в Майкопе. Археолога покупаем. Так, тут лаба завершена. Ну, я думаю, пора проекты. Так, здесь... Блин, хотел строителя купить, но нельзя. Ладно, тогда просто вот этим починим. Так, этот мы идем тут обрабатывать. Здесь одну ферму поставил, и все закончилось. Здесь башню Кахоки относится к Мирову. Да, просто я здесь поставил райончик. А, нет, здесь есть башня Кахоки. Блин. Но все равно надо. Давайте передадим. Просто тут... приятные пустыня. Сопилку давайте тут ускорение тырим. Тут так надо строительство везде ставить сначала. Где театралочка? Амфитеатр. Здесь амфитеатр археологический. Здесь карательная экспедиция к варварам. А где вообще... А, во, лагерь. Ой, люкс, я не успел... Не успел посмотреть. Что-то там мне кинул. Что-то хорошее, надеюсь. Ну, а не типа отдавай все ресурсы. Свои деньги. И квартиру отдавай перепиши. Отдавай свои города, да, сразу. Особенно Seven Brothers. Seven Brothers... Это... Нет, давай не так. Отдавай мне Seven Brothers, остальные города мне не нужны, они шлак. А вот Seven Brothers это... Это да. Казаков вообще люкс играет. Что-то я уже тут подзабыл все. А, Финикия. Интересно, где он? Так, люкс, ресурсы, сахар, на... Ну, почему бы и нет. Вообще, давайте глянем, опять же, по торговле, что у нас. Чего у меня нету? Гипса нету. Блин, у меня столько ресурсов, оказывается. Вина нету. Вина нету. И янтаря. Ну, янтарь-то ладно. Давайте гипс торганем. Гипс на благовоние, например. А, Турция предложение. И с арабом вино. И араб предложение. Так. Биржа. Нафига я тут биржу строил? Логистика промышленной зоны, инвестиция. Давайте... А, я уже не могу религию основать. Давайте инвестиции в центр... Блин, мне как бы вот куль оба надо, чтобы как-то вырос. А не получается. Водяную мельницу, она еду хоть какую-то дает. Один вход, правда. Так, что у нас тут? О! Я встретил последнюю цивилизацию. Канализацию. Да. Долговы. Я, правда, так и не понял, где ты живешь. Противоположные стороны стороне от тебя, видимо. Появились
послы, но мне их некуда сейчас отправлять. Так, кто там у меня? При попытке устроить диверсию в городе Солоха был убит... Ах, так, осуждаем. Китаец, что ли? Рим? Петушиный поступок. Рим осужден. Как ты себя сейчас чувствуешь? Стыдно тебе? Ладно, деньги хотел украсть. Он пытался у меня устроить диверсию. Блин, Китай, иди нафиг. Принимает, принимает. Ай-яй-яй-яй-яй. Да вообще. А, неожиданно меня выбило из голосового канала, отказывается. Я не минут 10 назад. Устрой диверсию в Дискорде. А, поэтому ты диверсию устраиваешь против меня, да? В игре. Слушай, мне даже просто интересно было. То есть там шанс успеха был у него 87%. Я не знаю, как это... Космический мизерный шанс. Да капец какой. Это самое... Или шпионы против живых игроков всегда не работают. Работают. Да-да, всегда не работают. Не шли шпионов никогда никому бесполезно. Но пока что статистика у них, конечно, омерзительная. Надо строить разведывательное управление. Да, да, вопрос. У меня оно стоит. Ну так и страдать. И он два хода набирал себе эту самую, значит, качество шпионажа. Так, где у меня вообще пингало сидит? В каком городе? Вот. В самом маленьком городе у меня пингало сидит. Какого дома в Покровку надо пересадить? Блин, что я играю? Так, в Покровку. Чего уж там греха таить? Просто как бы, кто берет их на работу? Ну, Амани может все-таки в ГГшку какую. То есть Кулёба и так, у нее тут довольство и жилья. Давайте мы поддержим Амани, вдруг я ГГшку наконец встречу, вменяемую где-нибудь. Недалеко. Ждал какого-то особого. Так, ну, селитры у меня дофига, поэтому давайте... О, смотрите, сколько у нас нефти. Только далеко. Да ладно, что у меня-то тысяч ускорения? Кто-то у меня затырил ускорение, вот зачем? Но эффективно? Если затырил, значит по делу. Нет? Так-то не так. Так, чем так достаточно подумать? Ну, просто есть люди с более развитой наукой. Может, кому-то нравится именно твоя наука, что? Так, где у нас в итоге нефть вообще? Вот я вижу там... Там я вижу. Так, а где еще? Алло? Вот это я вижу. Да. Далеко. Блин, вообще практически рядом, в принципе. Очень интересно, нефть расположена. Блин, 7 ходов и опять могу не успеть. Ну, лагерь варваров мне очки какие-то даст. Что еще? Какие-нибудь великие люди.
Торговец. Блин, мне надо какое-то чудо еще строить. Этого чувака использовать на чудо. Иначе я в героический не выйду. Не дали очков за лагерь. Сволочи. Так, за артефакт, по-моему, не дают. Дают? А, за первый, наверное. Полководец. За полководца дали 3 очка. Да, за артефакт дают очко. Так, хорошо. Ну, это у меня во всех городах стены появились благодаря открытию сталеварения. Так, но мне все равно надо чудо. Посмотрим, что в Покровке можно построить. Арсакхас только. Ну, в принципе, плюс 100 влияния от сюзеренитета. Ну, такой там 4 культуры, правда, дается еще. О, аквапарк. Кстати, аквапарк. Аэродром. Все хочу. И гавань тут, в принципе, можно. Давайте гавань ставить в Покровке. Пока уберем. Так, в каких еще городах какие чудеса можно поставить? Рим, мы продолжаем. Эйфелева башня, Арсакхас. Строителя строим. Варварский. Кто спросил, возьмем. Кого спросил, ничего не знаю. Друзья, так, спрашивает у Рима, продолжаем ли мы союз? Да, конечно. Пазырыки покупаем. Да, архиолог только караванов с тобой бегает. Да. А, я только не амбар, помню, какой дамба. Последний, дамбу научный. Я бы построил, да, кстати. Да, и из чудес ничего, да, не строится. Так. Арсакхас. А почему-то я не да, блин, тут и Арсакхас можно построить. Давайте тут Арсакхас лучше построим. Перебрасываем в пузырык. Да, сейчас. Центр коммерции, библиотека, двигатель внутреннего сгорания откроем. Блин, где бы Вавилон наконец найти? Не успел починить мрамор. А кто продаст инфу, где Вавилон? За сколько? Ну... Предлагай тот, да, кто хочет продать. Кстати, а ты знаешь, есть вторая ГГшка? Знаю, сиди. Да, есть. Предлагаю поменяться. Давай. Просто. Ты мне отдаешь информацию о ней, я вывел. Договорились. Хорошие. Вот это, я понимаю, торговля. Честно. Квип стал спонсором канала. Спасибо ему большое. Правда, это во время записи происходит, но... Надеюсь, ему приятно будет в записи увидеть. Я тебе поставил метку. Она, собственно, прям рядом со мной была. Я еще не поставил. Ну, ты поставил для меня чисто, да? Да. Так, а я для Кагырки. Я поставил тебе метку. Я правильно понимаю, что вот Кагырка это в честь героя саги Сапковского, только это маленький Кагыр? Да, просто Кагыр был занят уже, Ник. Ага, вот он где. Блин, и где мой этот? Маленький Кагыр? Нет, убили. Так, ускоряем.
При попытке похитить ускорение в городе Мека был убит шпион из Скифской империи. Да, да. Ну я же осуждай! Не, подожди, я деньги тырил, а не пытался диверсию устроить. Деньги это нормально. Пытался похитить ускорение. Ускорение? Странно. А, там у тебя, по-моему, денег не было, точно. У меня денег нет, и это плохо. Так. Чисто на Святом Духе, на вере. Ну, вообще-то на науке, ты у нас тут лидер по науке. Денег нет. Это все потому, что с Божьей помощью, понимаешь, разгоняем. Уран откроем. Так. А почему из Мирова нельзя корабль отправить? Надо серьезный город. Что-то ваншотнул полевую пушку. Странно. О чем говорите? Один маленький крагырка для человека. Блин, ну приходится мои города отправить, потому что еды не хватает этому городу. Ну что значит наводнение все поломало? Это не значит. Так, сейчас надо купить следующим ходом опять этого археолога. А, и вот тут я, по-моему, еще... Хотя мне, наверное, не нужна уже угольная. Мне две достаточно. Ничего себе, там кто-то по науке забустился. Буквально прошло несколько ходов, и там... Что, кто-то? Нас тут четверо, в общем-то. Забущенных. Сидите с двумя ГГшками, да? Я еще одну не нашел. Тебе и так хорошо, Алексей. Хватит. Ну, ему, конечно, хорошо, но, видимо, недостаточно хорошо. Можно было лучше. Лучше можно всегда. Совершенству нет предела. Блин. Тут не пройти. Но не значит, что нужно. Туризм. Нафига мне туризм? Так. Верфь надо. Так, сначала купим археолога, можно этого. Можно. Где археолог-то? Можно. Караван еще один делать. Так, нашел. О, Нидерланды нашел. Строитель. Здесь шпион. Здесь. Ара, побери, пожалуйста, разведчика возле Уанука с железа. Спасибо. Кто на здоровье? Блин, посольство с этим, с компьютером нельзя никакие соглашения заключать, там, ну, торговля, просто только война или мир, может быть. Поэтому я его игнорирую, его попытки. Так, сколько у нас ходов остается? 5. Ну, чудо, в принципе. Артефакт, где у нас тут, вон... Писатель великий я получу, похоже.
художника тоже скоро, по идее, должно быть. Так что нормально, понятно. В Гомеле просто я такого места не придумал. Стырили денежки. Ну, можно в какую-нибудь этот индустриальную зону пойти. На МТЗ, на МАЗ. На МТЗ хороший вид с моста через железную дорогу. А вот если в Дражню ехать, там по Столетово, потом мост. Ну, вообще, блин, ты меня просишь придумать тебе как раз локацию. Знаешь, это довольно сложно. Киберпанк в Минске. Да я вообще так больше в шутку, честно говоря. Алёша добрый, решил помочь. 5 минут рассказывал. Ну так, что-то ну, вспоминалось. О чем-то поболтать же можно. Ой, нет, блин, удалить юнит. Что, нельзя? Так, синт. Ну, блин. О, у меня уже есть уран, отлично. Вообще у меня ураны завались, я смотрю. Ребята, живем. А напомните, здесь электросети себя... Как ведут в плане... Ускорение? Амания в Вавилон. Нет, в плане передачи энергии. То есть у меня, допустим, стоит ГЭС в городе. Куда она может давать энергию? Только в этот город или в другие города тоже? Не, по-моему, она везде будет просто. То есть она перераспределяется. Если у тебя хватает. Да, если у тебя хватает энергии, просто у тебя хватает, значит она на все города идет. Алексей, там тоже. Вау. Звучит, по-серьезному, конечно. По-серьезному. Китаец там меня предупреждает о том, что я нехороший. Да он меня задолбал уже, мне то посольство пошлет, то еще что-нибудь. Алексей, два хода. С тобой, то есть он дружить хочет. Два хода до начала пойдет. Операции избавления от Китая? Именно так. Первый так. Город падет, Божий царя храни. У меня сразу в голове мотив зазвучал. Ну да. Не знаю, правда, зачем он так город назвал. Блин, араб, у тебя вообще есть проход к Вавилону от тебя? Я задолбался по этим горам бегать. Ну, за Ереваном, короче, он примерно. Нужно пробежать через Турка. Там, да, только через Турка. На север надо бежать. Не, это окей, я просто... Я знаю, где Вавилон. Я знаю, где Вавилон, но... Тут... Не, нужно вот эту горную гряду оббегать практически... Ну, очень высоко надо идти. То есть да, найдешь Ереван, надо еще выше Еревана будет очков. Обойти. Да, там отлично. По озеру можно будет проплыть между горными грядами. А эти откуда? В общем, you shall not pass. Лагерь, боже. You shall not pass. И зачем? Осушить болото, не осушить. Так, тут лаба тоже готова. Аэродромы портят, пацаны, престижи меня. Кстати, надо бы аэродромы, наверное, построить, особенно в сторону араба. Ща. Взлетная полоса, да. Аэропорт, космопорт, да. Военный лагерь. Еще вкладка называется «Пригород и престиж». Журнал «Пригороды и престиж». Журнал «Престижные пригороды». Смотрите в свежем номере.
Блин, вот до этих акведуков так было красиво все, ну вот именно цивилизация выглядела. Сейчас какие-то вот эти все акведуки по нас. Наоборот, хорошо. Все в копоти в какой-то вообще жизни. Акведуки-то при чем из копоти? Копоти акведуки. Ну, как... они из воды такой пар какой-то, вот, ну, в общем. Пар какой-то, ускорение даже гидро тоже пар украсть. Но виноваты во всем акведуки. Да. Да, акведуки, потому что они какие-то такие продолговатые, не знаю. Продолговатые. Понятно. Челинию не нравятся продолговатые предметы. Так и запишем. Пометочка. Да, честно говоря, Фрейд был бы в восторге. Решил просто поделиться впечатлениями сразу. Ну, правильно. Насчет продолговатых предметов. Да. Насчет продолговатых предметов, у меня на работе девочка-копирайтер написала текст про кальянную, который, цитирую, звучит так: «Возьми в рот этот длинный мундштук и почувствуешь внутри сладкую истому». Ну, все правильно, а лучше всего секс продается. Все. Кстати, а вы этот... Я плохо тут карту разведывал. По поводу... У нее, кстати, очень неплохо по дипломатии, как бы, и там, если есть какие-то манипуляции, можно будет выиграть просто. Ну, 10 из 20 пока не так. Плюс уж еще много. Там такая фигня, что по дипломатии, то есть тебе сначала очки начисляются, потом отбираются уже. То есть даже если там будет, допустим, 18 у него очков, то он даже если берет... потеряет в этот, ну, в это голосование очки, все равно ему прибавятся. Поняли, будем иметь в виду. Так, а мне, если можно, пояснить, что там, если будут убавляться, то прибавятся? Ну, сначала очки прибавляются дипломатически, а потом убавляются. Понимаешь? Я начало, видимо, пропустил рассказы, поэтому... Ну, дипломатией может победить финикийц. Ну, у него, правда, пока только половина набрана. Так вон это. Примите против него кризисный союз. И разбомбите ядерка. Мне просто кажется, если он напал на инка, у него все-таки план немножко не в сторону победы дипломатии. Так, я еще демократию не ускорил. Нет, давайте тогда и тут канализацию. Эх, думал, сейчас в героический век вступлю, все у меня хорошо станет. Так. И что случилось потом? Ну, как бы... Всё, у меня уже столицы нету. Кто у тебя её? Фига, у тебя быстро столицу забирают. Авиация. Она плюс стояла на море, у нас там был проход через мой же другой город. Что ж так не подготовился? Ну, как бы, совсем не ожидал такого удара в спину. Ладно, ладно, хватит меня демонизировать. Ну, в смысле, ну мы ж это, в союзе были столько времени, после этого, по-твоему, не удар в спину, объявление войны, так? Продемонизировать что-то хохм вспомнил по поводу того, как китайцы... переводят статьи на английский. Тут недавно, и как редакция это пропускают, недавно одну, собственно, статью читал научную, и там была demonized water, стало быть, демонизированная вода. Ну, я не знаю, я не очевидно, вижу, она должна с была быть сейчас воевать. Deionized, но, в общем, переводчик как я китайцы не перевел, редактор это как-то пропустил.
чудесные вещи. Голландец, я против твоего кризиса. Я надеюсь, ты будешь против моего кризиса. Само собой. Оба предательства не прошли. Короче, у нас в нашем мире можно предавать. Никто тебя осуждать за это не будет. Минус 8 закинул Эдзидона. Ну, очень он не хотел со всеми воевать, видимо. Так, никто не мы растем. В Первую мировую против себя. Давайте проекты дальше. Тем более я Пингалу посадил. О, вот этот ученый мне нужен. Нет, пригороды для роста, с одной стороны, конечно, да, но пока не хочу. Так, тут строитель готов. Кампус. Че, че, во всех моих городах шпионы? Мне кажется, тут кампус уже не нужен. Нет. А откуда ты юнит? Про пушку свою? Так, ну вон, да. Столица твоя у меня, я со столицы вижу над мачо 3 клетки. Тут дамбу. Тут акведук. Тогда здесь промышленную зону надо. Вот так сделаем. Блин. Тогда вот сюда надо идти. Давайте, наверное, еще одного тогда строителя. Здесь. А тут я все еще жду нахождения, блин, Вавилона. Заседаем, так заседаем. Так, да, ну, я предлагаю 3 очка дипломатической победы забрать у Люкса, чтобы никто там больше не думал, что он может победить. Окей. Так, плюс 5 к боевой мощи. Чем там Люкс на Инка нападает самолетами, да? Ну, то есть минус, как бы. Ну, сам самолет, флот. Ну, дальнобойность, по-моему, на самолеты не работает. То есть тут мы снизить... Она, по-моему, нету ни того, ни другого, да? Да. Да, на самом деле, конечно, я уже так просто сижу. Тогда предлагаю... Плюс 5 к боевой мощи разведки. Так, производство и приобретение военных юнитов за валюту. Ну, я тут не знаю, тут вы предлагаете мне, как бы... Я не знаю. Дай мне за золото, я накуплю. Снизить, ну, в смысле, за золото? Снизьте за золото, да. Окей. Я увеличил народ за золото. Нафиг этих олигархов спонсировать. Так он же, ну, отбивается. У меня еще там немножко золота есть. Ну давайте, удешевляем за золото, окей. А хотя у Люкс тоже денег полно. Ну он же... вряд ли юниты будет. Уже нажали. Недавно в новостях промелькнуло, что Финикия расширяется за счет города Нура.
всемирная выставка, надо будет проводить. Чего расширяются? Вот, я про такую ситуацию говорил, например, вот данный игрок теряет 3 очка дипломатической победы, но если бы вот первые два, например, Дидона выиграла, то ему сначала бы зачислились 2 верхних, потом... и он бы выиграл. То есть у него как было 10, так и осталось 10, интересно. А, ну да, понятно, за счет чего. Хитро, хитро. Так, расщепление ядра открыли. Надо проект Манхэттен начинать. А, и дальше, наверное... Надо ли мне паровой двигатель открывать? Я вот думаю... Железная дорога нафиг не нужна. Алюминий. Улучшенные бомбардировщики. Давайте, может, мы в термоядерку вот прям идем. Все-таки... Какие у меня города с производством? 78, 79 куль оба. Геотермалки. Так, где? Вот здесь. Изучается. Проект Манхэттен. Не начинаем. В науке, да? Восемьдесят один в Пузырыке. Но в Пузырыке есть еще что построить. Воржание. Нужны ли мне тут кампусы вообще? Плюс 5, вау. Нет, давайте, наверное, сначала коммерческий все-таки. Или священное место. Я пророк ж не получу, нафига мне священный. Дайте военный ура, лагерь. Ура, я успел полянку увидеть. Чисто, чтобы ресурсы накапливать. Блин. Очень как-то я медленно этот ход походил. Но уже 2 рабочих тут скопилось. Никуда не отправляются. Так, ну, я бы тогда планировал, наверное, нападение на Рим. Если мы с арабом реально дружим и не улетаем, то мне нужен тут аэропорт. В Равенну. Я никак не могу, да, управлять распределением нефти и газа на производство электроэнергии. Вот да, никак. В смысле? Ну как управлять? Потому что... Можно же... А, ты в смысле, что куда, в какие города? Ну, я хочу некий баланс соблюдать по нефти и газу, но у меня игра хочет, чтобы у меня, блин, отрицательный был, видимо, инком. Ты можешь переводить свои... Ты свои станции можешь переводить на то или на иное. И это я понимаю, но у меня часть углевые, часть... нефтяные. И игра такая, нет, я не хочу поддерживать это в балансе, я сейчас возьму и всю энергию начну за нефть гнать и загоню тебе инком нефти. Я пытаюсь понять, как... Магниши почему-то выбросили мне. А, наверное, тут последнего строителя уже сделаем. По-моему, практически все обработано. Давайте
сюда отправим. А это типа мне дамбу подорвали, что ли? А, или это извержение вулкана? Извержение дамбы. Это кто спрашивает? Раб. Не, я голландцу дамбу подрывал. Я все еще демократию не ускорил. Скоро я уже увижу славный город Вавилон. А, пошло затопление. Что-то Китай долго берется. Да у него городов просто дофига, компьютерный строчил. Он еще и юнитов скупает у своих левешек. Города-то берутся за ход. Город упал, два города упал. А почему у китайца город на русском языке называется? Ну, переименовал он сам. Он когда-то был не компьютер, да. Это не точно, конечно. Когда-то он был Словенией. Нет, если бы он был компьютером, все-таки он бы не вышел, наверное. Да, и не переименовал бы, наверное. Нет, переименовать мог, тут смотря какой, что вложили. Куда вложили? Слушайте, народ, а у вас разведы просто на автоходе ходят, да? Потому что... Да. Нет. Если нет, то я восхищен вашей многозадачностью. Не, у меня на автоходе, я не успеваю. Я двигаю сам. Упс. Ой. Кайпер. Мой кайпер. О, но. А что у тебя тут? А. У меня здесь... О, в банке. Позарыка надо будет. Выступление Моцарта организовать. О, я поставил коллективизацию. Это круто. Раскулачу. О, тут нужен уже пригород. Давайте. Раскулачиваем. Сюда. Так, Вавилон. Да блин. Это же уже сменю курс на плюс один. Сколько у тебя там этих бомбардировщиков уже? Четыре вроде. Да, имба, конечно, это современная авиация. Ничего против нее не сделать. Современная? Уже кто-то в современной авиации? Ну, не современная, а вот эта, которая вторая, короче. Обыкновенная.
если нитки на всякий случай, кстати, организую. Это чисто периметр от варваров. Как-то он странно пошел, ладно, тогда уши эти соберем. Так, орец и вижу. В Равенну едет у меня. А где еще шпион? В Медиалане. Наверное, в Брундизи надо пересадить. В общем, план... Равенну захватить. Ну, ядерки, кидаем ядерки. Видимо, тут надо военно-морские юниты просто тут купить. Будет. Что копим деньги, ни на что не тратим. Кстати, так как я броненосцы не открыл, то я, в общем-то, могу сейчас пару каравелл еще построить в Ульске. Только у голландца и араба какие-то военные лагеря есть. Отличный. Чувак на улетание. Так, а тут 1500. Так, а что это за османские пророки? Он там случаем религии не побеждает? Авис, хочешь религии попробовать победить, да? Не. А вот эти пророки, которые с другой стороны крадутся... Это разведчики на автомате. На авто... А еще и на автомате. То есть, ты вот прямо ими сейчас ходишь, но они на автомате. То есть веру мне лучше не тратить, копить, да, лучше? Да, да. Следующим ходом Вавилон. Наконец-то найдется мною. Победа. Поэтому на меня лучше не нападать, я противовес, так сказать. Религиозный. Православный араб. Весь мир будет поклоняться Тики. Весь мир в труху. Исповедовать Тики. Так. Как нет подходящего места? Серьезно, какие условия победы? Там всех надо поработить. 50% городов в речной пойме. У каждой цивилизации нужно больше половины. А, это не считается речной поймой? Обратить свою веру. Даже обязательно ту, которую ты основал. А, да, здесь не получится. Ну, то есть, в целом, ему еще далеко. Да, это ладно. Все такие скромные, космопорты не строят. Потому что... Сидят все, по-моему... спецсот наук и такие космопорты не строят. Такие... По-моему, просто с таким количеством игроков религии будет очень тяжело. Если бы вынесли тут половину хотя бы. Так и в Оркестрайне только два человека. Араб и римлянин. Что все должны строить? Араб, ты помнишь, что мы договорились, что если ты не улетаешь, то я на тебя не нападаю. Окей. То есть космопорт нельзя строить, да? Почему ты в ракетостроение вышел? Случайно. Ну я типа выхожу, открываю все, я и спутники уже открываю. Открыть-то можно все. Не, ну в этом же какая-то идея есть. Идея есть всегда.
Блин, я ладно, пошли в уран. Мне не нравится. Мне не нравится, что по культуре. У кого-то очень хорошо с ураном на самом деле. И это не я. Я еще продолжу союз с арабом, потому что за 20 ходов тут невозможно будет убить. Да? То есть 24 хода еще, да? Если вот сейчас 4 хода, я продолжу с ним союз, да. 24, он за 24 хода не может улететь. Хотя 454 науки. Видимо, я подтонул. А как такое возможно? Я же проверял, что... И плотину купить нельзя, да? Ну, только если была бы валетка на карте. А она есть. Так, наконец-то надо Вавилон встречать, ну... Господи. Наконец-то. А, центр города типа не может быть, да, поврежден? Так, а что мне здесь разрушило? Как понять, что разрушено было? А, ну, новый район появится внезапно. Для постройки. Который ты так, уже строил. Четверых еще можно будет не отправить. Помню. Может, какие-нибудь другие? Нет, район как раз показан. Ну, креслов не надо, Лиссабон мне не тоже особо вообще не у тебя надо. Должны быть справа волны такие красные. Типа, клетка утонула. Да, но мне не говорят, что там было. Если не район, то какая разница, что там было? Так, наверное, район, я просто... Слушайте, а культурные ГГшки кто-нибудь находил на карте вообще? Ее вроде захватили. То есть она была даже когда-то. Кошмар, 12 ходов строить плотину. То есть, видимо, не строить. Валетту пересоюзили сразу. Я только сказал, что она есть на карте. Ну, я ее давно видел. Мне просто сейчас понадобилось срочно плотину построить. А ее... Очень дешево. Да, они там мало стоят. За веру, я имею в виду. Ну, давайте тогда по очереди. В чем проблема? Не знаю, зачем сопернику давать возможность строить плотину. Ну, тут тоже правильно, конечно, не спорю. Тогда надо захватывать валет. Выноси валет, срочно. Ребята, вам компрессор не слышно шуметь? Ну, немножко слышно. А, блин, я уже открыл. Мы погибнем от этого. Смотрите, авианосец линкора, где... Прямой от линкор. Эсминец, блин, открыт. Ближний морской бой. Да, это довольно странно, потому что я вроде обозревал специально, когда вышел в компьютер, что мне нигде эти плотины не нужны. А вот он хрена. И оказывается нужны. А там, если пытаешься построить плотину, вы уже затопленным, да, город? Сильный штраф какой-то. Да, она увеличивается в исследовании, но их можно ускорить военными инженерами. А вот тут подробнее, если можно. Человек, интересно, почему я здесь не могу? Магнуса можно куда-нибудь посадить. 4 клетки горы же можно вроде национальный парк? Как ты туда заведешь этого? Салуха, норм. Бысык давайте посадим. Чеченицу вроде как никто и не построил. Могу я в Seven Brothers потом?
Чеченицу. Нужна, чтобы хотя бы одна клетка была проходимая. Или в Seven Brothers посадить. Или в ИСЫК. Давайте... Давайте в ИСЫК пока. Так, кого качнем? Рейну. Рейну у меня... Её там, где гавань посадить. А она у меня сидит в пазырыке. Ну чё, наверное, можно тоже пересадить в... О, вот тут меня затопило. Вот это, кстати, не очень. Хотя это коммерческий рейн. Может, в Ульск пересажу рейну? Так, тут аэродром построен. У кого-то тонут аэропорты. Пригород завершен. Продуктовый рынок. Тут я чисто пригород, чтобы еда была какая-то. Зениточка готова. Еще тогда одну. Тут зениточка тоже готова. Еще одну. Так, видимо, я вынужден попросить паузу, потому что у меня подвисание. Мы будем перезайти. Что у тебя? Подвисает просто таймер. Вся игра подвисает секунд на 5-10. Ну окей, можно в следующем ходу? Да, да, да. Блин, Буэнос-Айрес. Интересно, чей он? Кто тут Буэнос-Айрес юзает вовсю? А военных инженеров можно перекидывать? Нет, это не великий человек, это гражданский. Ой, или я... Союз. Лёш, я рано метку убрал, или ты уже нашёл? Нашёл, нашёл, да. Ты ж можешь проверить, какие там послы сидят. Не понял. А, это равнина. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!